Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Swarm Queen. И запускаем наш прогресс. Мы остановились на 4 уровне, открываем 4 уровень. И старт. Правило 4. 4 уровень. Ага. Что ты хочешь сказать? Хе-хе-хе. Типа, держись. Что? Он что-то задумал. Смотри, у него что-то новенькое. Не знаю. Окей. Давай. Сейчас мы этих выращиваем, малышей. Ага. Тоже, смотри, малыши. У нас там малышей больше будет сейчас. И надо будет нам развивать сразу же вот этого первого. Ждем 20 секунд. Мы ждем малышей. Сейчас побольше сделаем. И выпускаем новых наших. Буду их называть, знаешь, как я их буду называть. Пусть будет это такой вот троглобит. Скорпион. Это будет скорпион, да. Выпускаем первого скорпиона. Второго. Этот еще пока... все, это тоже выпустил. Мы уже троих выпустили. Нормально. Этот гад всегда на нас повернут. Сейчас начнет стрелять, смотри. Поворачивай его быстрее на того, на... Да ну, зачем на меня-то? Меня зачем? Так, бомбочка. У нас есть бомбочка. Есть. Хорошо. Еще выпускаем. Понятно, можно тут бомбочку использовать. Хорошо. Пока мы бомбочку не будем использовать, будем мне вот этого сейчас вырастить. Слизняка. Да, слизняка. Хорошо. Ждем. Пчелы, смотри, он пчел пускает. Гад, почему на меня? А, у него четверо, надо еще моих поставить. Сейчас сделаем, сейчас. Вот, поехал, слизнячок. Первый пошел. Второй пошел. Так, ждем. Этот у нас на максимум уже. Да, этот на максимум. Либо на максимум, либо он мне почему-то не дает их открывать. Все, давай, поворачивайся. Все, он повернулся назад. Теперь он будет того бить. Давай, еще слизняка. Так, малышей. Двоих. И давай еще побольше. Мне нужно скорпиончиков. Еще скорпиончиков. Вот, опять стреляй, молодец. А этот гад, смотри, уже выпустил. Офигеть, он, смотри, сколько целую армию выпускает. У меня столько нет, к сожалению. Но у меня сей бомбочка, сейчас бомбочку кинем. О, да, хорошо. Хорошо. Все, давай побольше скорпионов. Вот идут скорпиончики мои, идут. Потихонечку скорпиончики мои идут. А здесь вот эти маленькие кошенельки, они собирают нектар. Собирайте нектар, ребятушки, собирайте. Все, смотри. Скоро мы его победим. Давай еще побольше кошенелек. А, максимально. Максимум, уже больше нельзя их создавать. Все, идем сейчас на этого гада. Подожди секундочку, сейчас мы доползем до тебя. Доползем до тебя и сидим. Давай сразу разработаем вот этого чувака. Все, ждем. Все, они сейчас его будут съедать. А маленький кашемирчик уже нельзя. Да? А что такое зелененькое? Что написано? Максимальное количество можно сделать. Так, все, выпускаем. Выпускаем нашу медузу. Все, медуза полетела. Все, и мы его сейчас потихонечку сейчас добьем. Вот. Он выпустил еще. О, двоих, смотри, выпустил. Но у меня медузы сейчас пойдут, подожди. Так, все, нет, медуз пока не будет. Ну, давай сейчас выпустим еще парочку медуз. Почему парочку? Я сейчас очень много выпущу. Ё-моё, смотри, что творит, а? Он моих победил. Ну, сейчас медузы мои пойдут. Да, побольше медуз. Максимальное количество. Все, и медузы начинают их жарить, этих скорпионов. Офигеть, а почему вы их пропускаете? Давай, выпускаем еще.
Выпускаем скорпионов своих. Быстрее, быстрее. Давай используем бомбочку. Вот, бомбочку использовали. Хорошо, хорошо. Сейчас мы их... Все, полетели мои медузы. Медуз очень много у меня. Так, давай еще слизняка одного. Все, ну все, ему не жить. Смотри, сколько у меня медуз. Офигеть, сейчас он его уничтожит. Давай, стреляй. Так, куда вы полетели? Вы давайте этого чужого стреляйте. Чужого уничтожайте. Все. Чужой уже больше не сможет ничего сделать. Смотри, мы его сейчас замочим. Оу, ес, да, 20 минут. Все, тебе кранты. Все, есть. Победил. 3 звезды. Отлично. Замечательно, ребята. Здорово. Мои медузы уничтожили полностью этого гада. Армия. Смотри, как у меня выросло по экспоненте вверх. Здоровье у меня шло нормально. И все. Тотал. Хорошо. Оба-на. Нифига, какой скелетон. Скитербак. Офигеть. Новый какой-то гад, а. Сейчас посмотрим. Идем на 5 уровень. А ну что у нас дается в меню? У нас нету здесь... настройки, сейчас посмотрим. Audio game. Здесь нет ничего интересного. Активация, автокамера. Здесь ничего интересного нет. Ну, контроль тут понятно. Что ж, продолжаем. Продолжаем играть в игру. Куин. Пятый уровень. Отлично. Идем. Пятый уровень. Борьба за планету. Привет, а как дела? Спрашивает меня. Все хорошо. Все отлично. Что ты думаешь делать на этот раз? И сейчас ты увидишь, у меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз? Да ну нафиг. Да, готовься к сюрпризу, дорогой друг мой. Подожди, какой еще сюрприз? Ты его скоро увидишь. Большой сюрприз. Но не надо мне твоих сюрпризов, у меня есть свои. Ну, посмотрим. Ну, конечно, посмотрим. Все, смотри, начинается битва. Создаем наших маленьких жукашек. Смотри, здесь есть эволюция. Мы можем эволюционировать нашего чувака. Сейчас посмотрим, как он эволюционирует. Сейчас посмотрим. Нет, пока эволюции нету. Ну, сейчас, подожди. Сейчас он создастся, и мы посмотрим, что он может сделать. Да, здесь написано, что, возможно, эволюция этого нашего скорпиона. Угу. Так, пока у нас не хватает. Этот у нас еще никого не выпустил. Хорошо, ждем. Он тоже свои кошемельки выпустил. Жучки, которые кушают, видишь, слизь эту. Так, он стрелка выпустил, двоих стрелков. Так, давай я сейчас выпущу тоже своих ребят. Эволюция, да, есть, 50 стоит. Пока нет у меня столько слизи. Ага, они наступают. Мне нужно побольше вот этих вот жучков, которые будут собирать слизь. Вот, они начали стрелять. Стреляют они мощно. Ничего страшного. Сейчас мы выстрелим. Опа, есть. Давай, развитие сразу. Вот, сейчас разобьем, отлично. Ждем. А здесь мы разобьем... А, пока нет у нас энергии. У нас нет пока энергии. Ждем энергию. Давайте, ребята, давайте. Он еще выпускает слизней. Смотри, гад. Офигеть, 6 слизняков. 6 слизняков. Срочно выпускаем нового монстра нашего. Вот, отлично. Нифига, смотри. Сейчас я выпущу. Троих. Сейчас посмотрим, как они будут драться. Смотри. Эти стреляют, а эти как кусаются? Нет? О, что-то не сильно. Они кусают, но они быстрые зато. В атаке. Еще выпускаем. Вот, нормально. Все, мы их съедаем. Нормально. Сейчас еще выпустим. Побольше. Мы сейчас максимальное количество выпустим.
И вот это стрелки, смотри, у них какие стрелки. Офигеть. Он еще вот выстреливает. Сейчас мы стрельнем, подожди. Опа. Готовьтесь. Все, и они, видишь, перестраиваются на этом. Либо они убегают, непонятно. Наверное, скорее всего, они убегают. Ну, он что-то вообще зарядил прям много. Давай мне еще кашемири побольше, чтобы максимально, точнее. Мне нужно максимально побольше. Давай вот этих жучков. И сейчас используем бомбочку. А бомбочка, смотри, максимально здесь может использоваться. Ага, ждем. Сейчас он выпустит своих чудиков, и я их выстрелю. Ладно, подождем пока. Смотри, сколько их забивает. Мне нужно срочно еще кашемелек. Все, кашемельки уже больше ничего не делается с ним, да? А где мои медузы? Давай медузок выпустим сразу. Парочку медуз. А, нужно подождать. Ждем. Сейчас мы подождем. Выпустим медузок. Сейчас одну вот этому выпустим. И будем ждать медузок наших. Давай, вылупляйся. Все, вперед. Вперед, медуг. Давай. Все, я медузок выпускаю. Три медузки. Давай. Вот, пошли медузки. Хорошо. Все нормально. Сейчас медузками будем мочить. Мочить медузками. Еще медуз. Побольше. Максимальное количество медуз. Ох, он видишь, он выстрелил. Выстрелил наш. Мы тоже сейчас выстрелим. Как он, так и мы. Все, медузы. Вот, медузы пошли. Медузы. Давай. Еще парочку медуз. Он выпускает прям много, смотри, раз, два, три, четыре каких-то. О, они вверх стреляют, мы их медуз. Да ну нафиг, сейчас подожди, я побольше медуз вытащу. Офигеть, смотри, что творит. А, он еще и выстреливает. Сейчас. Так, давай, знаешь, вот это тоже мы стрелка сейчас выпустим. Сейчас мы два слизня выпустим. Вот, давайте, слизники, быстрее идите. Вперед, быстрее. Смотри, что здесь становится батл, такой, да? Вообще жесть. Так, давай еще парочку медуз. Раз, два. Так, все, две медузы и одного скорпиончика. Все. Давай, слизняки. Алло. Слизняки вообще, смотри, не справляются. Давай еще парочку медуз. Давайте, медузы, давайте. Ё-моё. Давай еще слизняков. Давай максимум слизняков, что у нас есть. Все. Сейчас, подожди. Ой-ой-ой-ой, смотри, сколько он выпускает, прям вообще огромное количество. Он моих победил. Давай еще медуз, побольше медуз, максимум медуз, что мы можем вообще выпустить. Офигеть, смотри, что он творит. Давайте этих побольше. Все, ну сейчас, ну у меня слизняков, смотри, сколько много слизняков. Так что я думаю, в принципе, мы можем сейчас, мы их сейчас одолеем, смотри. Нет, смотри, он очень много вот этих добавляет. У меня больше ничего здесь нету. Так, ничего нету, ладно. Ждем. Выпускаем еще скорпиона. По эволюции скорпиона мы ничего пока не можем сделать. Ладно, ждем. Выпускаем еще одного. Да, медуз надо больше. Надо максимально большое количество медуз. И слизняков. Вот, два слизняка. И все. Сейчас будем ждать, смотреть, что получится. Я вообще не знаю, как вообще. Тяжелый уровень, смотри. Он просто выпускает много. Нам нужно сейчас подобраться. Ну все, мы подбираемся. В принципе, он не успеет сейчас еще создать. Он одного только выпустил. А у меня он 4 медузы и 2 скорпиона. Офигеть. Подожди, сейчас я еще скорпиончика выпущу одного. И это, слизняка. Вот, мои слизняки идут. Слизняки мои идут. Все хорошо. Давайте, слизнячки, давайте, пожалуйста. Я еще вам на подмогу медузу сейчас отправлю. О, смотри, жнецов выпускает. Два жнеца. Три жнеца. Четыре. А, еще вот эта стрелялка. Куколка вот эта. Офигеть, просто не знаю, сейчас он мне. Да в принципе, что у меня больше ничего нету здесь. Давай этого скорпиончика. Значит, вот это. А что скорпиончик не идет? Давай скорпиончика, два скорпиона и две медузы. Все, пошли. Он всех моих уничтожил, да, гад? Ничего страшного, сейчас я еще слизняков выпущу. В
Давай, максимальное количество слизняков вообще, сколько вообще есть, сколько вообще возможно. Давайте, слизнячков у меня. Так, пока жизни у меня достаточно, нормально. У него уже, смотри, как подпорчено все. Все хорошо. Давай еще медуз. Все, еще две медузы и будет нормально. Но у меня слизняков много. У меня прям слизняки идут некончаемо. Они не кончаются. Смотри, сколько много я слизняков сделал. Давайте, слизнячки. О, у меня 5 слизняков и 2 медузы. А у него всего лишь 3 пуколки. Да, ну, сейчас мы победим. Спокойно, спокойно победим. Давайте. Вот еще, смотри, он выпустил. Троих. Троих и... Нет, смотри, он 4 выпустил. Давай еще слизняков побольше. Все, сейчас максимальное количество слизняков. Сейчас мы слизняками его уничтожим. Угу. Давай еще медузу выпустим. Ага, сейчас подожди. Видишь, он перестроил его. Он стреляет в него, и вот эта вот букашка начинает нас теперь стрелять. Давай еще парочку медуз. Слизнячков. Давайте, слизняки. Сейчас мы вообще максимальное количество слизняков, которые вообще возможно выпустим. Все. Ага, сейчас, подожди. И слизняки мне сейчас будут идти. И чисто, и медузы чисто. Все, это слизняки. А ну-ка. Ну все, смотри, все, смотри, сколько слизняков идет. Сейчас мы его победим спокойно. Сейчас еще парочку медуз и все. Давай, 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 слизняки, давайте. Слизняки, быстрее, идите, стреляйте. Слизняки не очень сильные, я бы сказал. Но будем на все деньги будем покупать слизняков. Максимум. Максимум слизняков. Все, идем побеждать. Вот, все, мы его сейчас сделаем. Нормально. Сейчас мы его сделаем. Сейчас выпускаем еще вот этих моих монстров. А давай сразу... А, нет, видишь, стрелять я не могу, блин. Я вот выстрелить не могу прям быстро. Все, идет мои скорпиончики. Потихонечку сейчас. И мы его сейчас сделаем. Нет, у него не хватит. У него не хватит силы. Сейчас мы еще выпустим парочку скорпионов и уничтожим. Где у меня скорпионы? Идете, да? Вот, скорпионы мои идут. О, все. Погибает. Есть, мы это сделали. Здорово. Офигеть. Победа. Все, отлично. Отлично, ребята. И мы открыли новый какой-то свепер. Свепер, не знаю, что такое. Интересно будет посмотреть. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока.